Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуются свежие видео по танкам. Если вы хотите быть в курсе всего, что в игре происходит, а главное знать анонсы, обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите на колокольчик. Также буду благодарен вам, если поставите лайкос данному видео. И данное видео в первую очередь будет интересно для тех ребят, которые хотят себе Каро 45 тонн. Машина, к которой очень тяжело добраться, на продажу не выставлялась, да и в целом можно было получить данную тачку, исключительно открывая какие-то контейнеры. Так вот, ребят, запустили информацию и дали тонкую наколочку по поводу того, что в ближайшее время появится вот такая вот рулеточка на Каро 45 тонн. Скорее всего, данная рулетка будет в ближайшие дни, возможно, даже завтра. Ориентировочная стоимость рулетки будет танцевать в районе 25 тысяч голды. Как там получится по факту, будем разбираться, когда рулетка выйдет. Ну и как вы видите, в целом рулетку наполнили довольно неплохо. Сам Каро 45 тонн, легендарный внешний вид, несколько черных ящиков, мистические контейнеры. И в целом я бы сказал, что из не очень приятных наград здесь есть только аватар и ненавистные мною песочные контейнеры. Все же остальное действительно довольно неплохо, вплоть до того, что можно получить, пускай всего лишь один, но все-таки мега контейнер. Ожидаем рулеточку. Те, кто хотели себе Каро, не растрачивайте сейчас голдишку на все, что не попадя. Я лично буду пытаться покрутить данную рулеточку ради легендарного внешнего вида, хотя об этом я еще подумаю, но в любом случае обзор на рулетку сделаю однозначно и буду одним из первых, кто опубликует обзор данной рулеточки у себя на канале. Если хотите этот обзор не пропустить, то, как я уже сказал, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик, ну и жду ваших лайков и комментариев в отношении самой рулетки и Каро 45 тонн. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!